Уже совсем скоро в Цхинвале на сцене Югасинского госдрамтеатра народный артист «Северной Осетии» Александр Битаров представит новую юмористическую программу. Постановка «Мелетелек» за короткое время стала популярной среди ценителей. Премьера прошла в декабре, и по настоятельным просьбам зрителей ее показали еще несколько раз. Спасибо за приглашение, потому что нас пригласили показать наш концерт, который имел успех во Владикавказе. Мы его давали в декабре 2 дня подряд, потом в марте давали 2 дня подряд. Потом без ложной скромности, значит, по многочисленным еще были просьбы показать, повторить концерт. Вот. И параллельно мы получили приглашение от Зуцева Тамерлана. Программа в жанре вестерн включает танцы, поэтические номера и еще много всего интересного. В постановке задействованы Римма Царикаева, Руслана Собьева, Зарина Бугаева, Жанна Габуева, актеры Осетинского театра. Донес приглашение до творческого коллектива нашего. И каждый изъявил желание, да, я еду, я тоже хочу, давай обязательно, давай съездим и так далее. Я очень надеюсь, что наша программа понравится зрителю. Я знаю, какой здесь зритель. Я знаю, что цхинвальцы – театральные люди, театральная публика. Я не первый раз сюда приезжаю. По словам Александра Битарова, номера содержат легко считываемые известные бытовые ситуации, случаи из повседневной жизни каждого человека, что послужило тому, что зритель с особым воодушевлением воспринял постановку. Очень интересная команда, группа, которая занимается творчеством, любит творчество, любит театр. Это такой юмористический худаджик концерт, где можно расслабиться, посмеяться над собой и вообще в целом над разными ситуациями. Многие номера стали знаковыми, узнаваемыми. Концерт пройдет 27 мая. Как подчеркнул Битаров, команда артистов готовится к выступлению с особым усердием и постарается не подвести искушенного югостинского зрителя. Стелла Бязарова, Яна Плеева, Арсен Гасиев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.